Приветик всем, друзья, и вы на канале Мария Мирабелла. Сегодня, как я и обещала, я буду делать подробное видео об вот этой мышке. Как вы помните, я ее раскрывала вчера на своем канале. Это не просто мышь, это мышь-лизун. И первым делом, то, что я хочу сказать вам, то, что я узнала о ней. Вот, ее, оказывается, можно мыть. Знаете, как я это узнала? Значит, утром сегодня я играю с ней, типа тяну за хвост, вот это, и она упала у меня в пыль. Я думаю, что с ней делать? Думаю, помою я ее. Думаю, ничего страшного не будет. Значит, я ее помыла, и она полностью перестала липнуть. Я вот стою и думаю, что я наделала. Ладно, думаю, пойду что-нибудь поделаю, может, она высохнет. Положила ее, значит, в коробку и ушла. Минут на 10. Подошла через 10 минут, естественно. И она опять липкая стала. То есть получается вывод, то, что ее можно мыть. То есть с ней ничего не будет. Я супер мышь. Со мной ничего не будет, если вы меня помоете. Ладно, что ж, давайте посмотрим, что она умеет делать. Супер мышь. Сейчас я ее буду кидать об дверь. Я не знаю, что из этого выйдет. Вот наша подопытная крыся. Блин, волос к ней прилип. Ладно, на счет три. Раз, два и... блин, что это? Вы видели? Нет? Она прилипла и упала. Да блин, ее камера не схватывает на лету. Она прям так быстро. Вот как-то так. Короче, она клёво скатывается, вот так вот. Вот так вот катится. И пудыщи шлепаются. Интересно, она прилипнет к зеркалу? И что будет, если я сюда прилепить? О, нет, она не прилипнет. Что-то к зеркалу она не хочет прилипать. Ну, окей. Всем пока, друзья. Вы были на канале Мария Мирабелла.